Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. У нас появилась новинка АОС с уксусом для сияния, для посуды, без красителей и агрессивных ПАВ. Девятьсот миллилитров, довольно-таки большая бутылочка. Хорошо подходит, да, для стеклянной посуды. Как раз после праздников будем намывать. 99 рублей. Новинка еще в Биолане для мытья посуды. Натуральная чистота. До этого вот была облепиха, а это зеленая упаковка. Не содержит агрессивных ПАВ и фосфатов. Растительные компоненты, бережная забота о коже рук. 55 рублей. 900 миллилитров. Затем гель-бальзам для мытья посуды. Уже с новым ароматом. Смотрите, здесь все экзотические фрукты. 1,7 литра, 99 рублей. Мне он не понравился. У меня был гранат. А если честно, я от него просто устала. Он мне надоел. Освежитель воздуха. Праздничное ассорти. С ароматом имбирного пряника. Затем с ароматом пряной груши. И с ароматом апельсина и клюквы. Влажные салфетки для проблемной кожи. Эффективно очищает кожу. Противовоспалительное и антимикробное действие. Аптечка в твоем кармане. 18.30. Стоимость. 15 штук в упаковке. Натуральное кокосовое масло для ухода за волосами, кожей, лица и телом. 200 миллилитров. Здорово подходит и для тела, и для волос. Аромат сладковатый, такой прям кокосовый. Внутри консистенция не жидкая, и надо подогревать. А, это типа воска, да. 200 миллилитров. 99 рублей. Еще одна новинка. Зубная паста с натуральными частицами органы для бережного очищения. Сто 115 грамм. 77 рублей. На этом новинки еще не заканчиваются. Еще одна зубная паста. Мультиактивная. Защита от зубного налета и камня. Борьба с бактериями. Свежесть дыхания. Укрепление десен. Сто 125 грамм. 55 рублей. Интересные косметички появились. За 199. Они двойные. Получается косметичка и кошелечек. Или две косметички. Вторая косметичка вставляется в кармашек. Очень удобно. Я даже не пойму, из чего сделана. Такая на ощущение интересная. На ощупь, вернее. Изготовлена из полиэстера, нейлона и стали. Очень хорошее сочетание черного и золотого. Красиво смотрится. А также есть сочетание с серебром. Вот такие косметички под кожу. Яркие, красивые. Стоимость такой косметички 149 рублей. В черном и красном цвете.
Состав: ПУ, полиэстер и сталь. Неплохие. Внутри на подкладке. Такие вот я уже показывала. Очень много разных расцветок. 199 рублей. Косметичек завезли. Много новых, что не может не радовать. Давно уже не завозили. И 99, и 149, и 199. Хорошо. Опять нашла маску новую с коллагеном. Сокращает мимические морщины. С таким милым мишкой. Так написано красным по черному, что я вообще ничего не могу разобрать. Улучшает состояние кожи. И вот такая. Камелия и органовое масло. Эту маску можно не смывать. Просто распределять по коже после снятия маски. И все. И шеи. Опять новые антистрессы. Овощи и фрукты. Значит, ананасик. Есть смайлик. Такой. Что у нас еще здесь есть? Вот такая божья коровка. Такой я брала уже. Очень много антистрессов различных. 77 рублей, 55 рублей. А это у нас что? Большой слайм, смарт слайм. Вот такое сейчас куплю. Для второго канала. Растекается, растягивается и мнется. Стоимость такого слайма 199 рублей. А это у нас что такое? Цветная мозаика, конструктор за 199 рублей. Развивает воображение и пространственное мышление. В серии представлены и другие формы деталей. Создай множество разных конструкций. Все такое яркое, красивое. Шпионский планшет, игровой набор. Приложи трафареты к планшету и обведи их светящимся фонариком. Получившиеся узоры ты увидишь только в темноте. Здорово, от 3 лет. Фонарик рисует светом на планшете, как ручка. Девочки, кто просят, чтобы я не снимала игрушки, я не могу не снимать. Просто перемотайте. Потому что очень многим нравится смотреть, какие появляются игрушки. И давайте пройдем немного по посуде. Смотрите, какие термоса интересные. За 199 рублей. Яркие. У нас все одного цвета. На кнопочке. Мл. Посмотрите, какие красивые носочки. Так. С ручками, с ножками. Здесь такие противоскользящие фиговины. За 199, 35-38 размер. В составе акрил. Почти все занимает 93%. Полиэстер и ПВХ. А какие еще у нас есть? Есть со снеговиком. И есть белые.
А, ну да, показала уже. Все. Набор женских носков. Три пары. Скандинавский опять, наверное, 35-39 размер. Доставать не буду. Это как прям на подарочек можно. Во всех наборах расцветки одинаковые. И вот какие еще. За 77. Привезли мужские теплые носки. Состав 72 полиэстер. И 13 шерсть. И акрил дальше идет. На ощупь прям толстый и классный. На самом деле не знаю какие. За 99. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.